Полное описание и точная дата выхода 7 серии нового российского сериала «Тобол». 7 серия сериала выйдет на Первом канале 4 ноября. Описание 7 серии. Семен Ремезов отправляет Епифанию в монастырь. Григорий тайно пробирается в гарем Ходжи Касыма к сестре Айкони Хомани. Оберфискал Нестеров подкупает помощника Гагарина Дитмера, и тот передает ему старые финансовые книги губернатора. На обоз нападают джунгары и берут табаляков в плен. Ходжа Касым предает табаляков. Бригитта и Йохан Ренат воссоединяются на глазах у Цимса. Очнувшись от контузии, Семен Ремезов направляется в крепость, где Марин уходит спасать Машу из джунгарского плена. Он худай кладет глаз на Бригитту и пытается выкупить ее у Йохана Рената для своего гарема. Но Йон Церен Дондоп мудро разбирается в ситуации и наказывает Онхудая за развязанную войну с Россией, а также приказывает отпустить Ивана Димарина. Пейдза оказывается у Димарина. Онхудай, несмотря на запрет Ноена, нападает на крепость Кара. Тем временем Гагарин и Филофей в Санкт-Петербурге получают деньги от князя Меншикова на строительство Тобольского Кремля. Напомним, 7 серия сериала выйдет на Первом канале 4 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.